Организаторы мультивелогонки приглашают желающих проверить себя и свой велосипед в увлекательном заезде. А сегодня прохожие рассказали нам, почему они до сих пор не используют велосипед как средство передвижения. Пешим ходом мне лучше. У меня нет велосипеда, мне не нужно. Потому что возраст, наверное, уже такой, по молодости ездила. Не умею кататься. Не до этого как-то. Меня возят на машине. Я катаюсь иногда. Лень кататься. Пеший ход – это лучше, чем велосипед. Мышцы в тонусе, свежий воздух, быстро добираешься до места, характеризует свое увлечение велолюбители. Главное, чтобы велосипед был подобран правильно. Тогда и поездки принесут только удовольствие.